Всем привет, друзья, с вами Болторез, и мы продолжаем проходить слои страха. Сегодня у нас третья серия. Интересно, что мы найдем на этот раз. Форма возникает. Записи, кстати, меняются. Каждый раз, когда мы что-то находим. Письма какие-то. Туфля. Ёп твою мать. Ну и куда ты полетел там? А мальчики, который вдруг проснулся в пещере. Там же он обнаруживает загадочную записку и пистолет, а затем преодолевает путь через различные препятствия, леса, поля, реки. Наконец он натыкается на небольшую лачугу, и тут оказывается, что все вокруг – плод его подсознания, потрясенного детской травмой. Он убил парня, который погубил его отца. В настоящем же мире он все это время пускал слюни, лежа в психушке. Понимаешь? Такой поворот, конечно, в диковинку, но, думаю, народу понравится. Можешь накидать мне эскизов. Если ты заинтересовался, я вышлю подробности. Честно говоря, я хочу, чтобы именно ты взялся за эту работу. Это принесет хороший доход, да и к тому же ты отвлечешься от, ну, сам знаешь, всего остального. Пожалуйста, ответь мне как можно скорее. Томас Калдвелл. Я к тебе не подойду. У тебя нахрен. Ой-ой-ой, что так темно. Мы в пустой комнате. Жди беды, называется. Сейчас сзади что-то будет. Пиздец, такие галюны. Это просто жесть. Можно потише идти. Я и так тут вздрагиваю. Кто там мои бутылки бьет? Это всего лишь кукла. Это всего лишь маленькая вонючая кукла. Так, ключ надо быстро схватить. Закрой нахуй дверь. Уходим отсюда. Не понял. А дверь-то где? Беспонтовый. Так, а ключ от чего? Съебал, тут наушник вылетает постоянно. Глюны, конечно, жесткие. Жесткие. А вот и ключик подошел. Крысы. 23 мая.
Как два человека, которые когда-то любили друг друга до безумия, могут стать такими чужими? Мой муж перестал со мной разговаривать. Он сидит в своей мастерской, усердно отрабатывая одну неудачную картину за другой. Он даже не ложится со мной спать. Мне кажется, я ему противна. Этот взгляд, которым он одарил меня на днях. Жалкий, болезненный взгляд. Смесь стыда, вины и отвращения. Я поняла, что в глазах моего супруга я стала чудовищем. Такое не должна испытывать ни одна женщина. Я должна быть хорошей женой, поэтому мне не остается ничего, кроме как воплотить его фантазии. Если он считает меня чудовищем, что ж, так тому и быть. Страница из дневника жены, видимо. Что это? Июнь, не забудь. Интересно, что это? Какая-то дата. О, блин, сразу гудеть перестал. Так, ну идем дальше. Ебать в рот. Нормально-то не мог двери открыть. Свет дайте мне. Их надо, видимо, еще раз включать, чтобы они переставали гудеть. Слышите? Столько книг у них в доме. Она сплошная библиотека. Это телефон, что ли? Блять, у меня уже мурашки опять побежали. Ну, алло. Хуй с тобой тогда. И чё надо-то от меня? Трубку не хочет брать. Пойдем обратно. Блять, мурашки реально. Вроде ничего такого нету. Даже скримаков особо сейчас не было. И все равно жутковато.
Так, мы идем в обратную сторону. А, то есть теперь мы можем ответить на звонок. Понятно. Пожар? Какая больница? Я уже еду. Так, жена наша попала в неприятную ситуацию, я бы сказал. Прошу прощения. Приехали, да? Уважаемый господин, откровенно говоря, ваше письмо не стало для меня неожиданностью. Коллеги сообщали мне, что ранее вы также обращались с подобным вопросом к ним, и я понимаю, что для пациента вполне нормально просить взгляд со стороны. Думаешь, 16 отзывов вам будет достаточно? Из уважения к вам и вашей жене я досконально изучил это дело и вынужден согласиться с коллегами. Непроизвольные мышечные спазмы не редкость у людей, получивших такие сильные ожоги, как у вашей жены. То, что вы называете странным оскалом и нервными визгами, и на эти определения вполне можно было бы обидеться, может быть последствиями повреждения нерва. Впрочем, маниакальный смех, который вы упоминали, относится скорее к отклонениям психическим. Посттравматический синдром – явление довольно распространенное, и ничего постыдного в этом нет. Что касается требований вылечить вашу жену, то вы должны понимать, все пережитое нельзя отменить одним щелчком. Это долгий и кропотливый процесс, и без вашей поддержки тут не обойтись. Вы всегда можете связаться со мной или с кем-нибудь из моих коллег, чтобы обсудить долгосрочную программу реабилитации. Искренне ваш, Роберт Ричардс, доктор медицинских наук. Очередной гребаный шарлатан. А это, походу, как раз речь-то идет о том пожаре, про который мы читали еще в первой серии, как только исследовали дом. Тревожные воспоминания. Ебать, ты кто? Болезненные воспоминания. Вот это нас прёт, конечно. Так. Я, пожалуй, так, ладно, закроемся. Так, мы на потолке. Хлопающий ужас. Тихо, постоянно хлопают крыльями и едят других крыс. А вот и свет. Ну, телепортнулись. Почему у него столько медалей много? Опять длинный коридор.
Там за окном кто-то есть. Валим отсюда. Теперь мы, видимо, в подвал поедем. Оставь надежду, пока можешь. В любом случае, как ваш адвокат, я должен предостеречь вас от необдуманных поступков. Другими словами, не делайте глупостей. У нас еще есть возможность выиграть это дело. Хотите верьте, хотите нет, но я вытаскивал клиентов еще и не из такого дерьма. Просто не усугубляйте ситуацию. Вам нужно залечь на дно, пока я буду обжаловать решение суда. Этот социальный работник определенно точит на вас зуб. Можно его использовать в своих интересах, выставив вас жертвой системы. Скорбящий муж, секундное помутнение рассудка, переусердствовавшие бюрократы. Поверьте, это лучший вариант. Учитывая все, через что вы за последнее время прошли, у нас есть шансы 50 на 50. Но только в том случае, если вы не станете убеждать окружающих, что сошли с ума. Никаких больше выходок, никаких оправданий, а лучше вообще не показывайтесь на людях. Вы еще можете побороться за свою дочь, видимо. Крыска. Это наш санузел. Они тихо плывут, засоряют канализацию. Шерсть в воде. Не буду принимать ванну. Что-то у нас чувак на крысах вообще помешался. Очистили путь. Двигаемся дальше. Тоже запер. Дай-ка угадаю, что здесь будет. Опять коридорчик длинный. Как его прёт.
Я надеюсь, ты опять летать не начнешь. Теперь все вокруг начало летать. Замечательно. Так, валим отсюда, пока нас не прибило. Че, серьезно? Ты ковылял сюда, и дверь закрыта. Мне нужно было отделить плоть от кости. Поначалу я растерялся, не представляя, как это сделать, но потом отпилил ее ручной пилой, сварил и положил кость в ступку. Не пришлось ее достать, потому что раньше я такого безусловно не делал. Наконец я смешал порошок с небольшим количеством белой краски. Вышла отменная грунтовка. Да, братан. Грунтовка из костей. Больной ублюдок. Еще один мазок. Ну, пока так себе. Да, вот. Уже 3 шкафчика заполнили. Скоро наша картина будет готова. Шедевр наш. Ладно, ребятушки, на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и до скорых встреч!